Всем привет! Я не знаю, как решиться говорить сейчас, но я точно знаю, что я должна. Я ухожу из Серебро. Это очень сложное решение, но я его приняла, потому что я поняла, что сейчас наступил тот самый момент, когда это должно случиться. И мне очень важно, чтобы вы знали об этом сейчас от меня первыми, а не в последнюю очередь. Это очень сложно сейчас, потому что я не знаю, что будет потом. Потому что я всю жизнь, мне кажется, жила в Серебре, была в Серебре. Я была с самого первого дня основания группы, и для меня Серебро очень много значит. Мне кажется, что у меня по венам течет даже серебряная кровь. И сегодня тот момент, когда я решилась, во-первых, об этом сказать, и само решение, в принципе, оно произошло недавно. Я поговорила с Максом, с командой, и сказала честно им о том, что чувствую. Они меня очень поддержали, и я очень надеюсь, что вы меня тоже поддержите. Но я говорю сейчас об этом вам заранее, потому что впереди у нас еще как минимум большой сольный концерт в Питере, в Москве и вообще куча гастролей по городам России и не только. И я очень надеюсь на наши с вами встречи, что мы будем петь, танцевать, кайфовать и общаться, дарить друг другу любовь. Для меня это очень важно. Я навсегда буду частью того, что мы вместе создавали. Потому что во все тексты, которые я писала, я вкладывала всю себя, всю свою любовь, все свои чувства. И это останется просто forever. Но дальше точно будет все очень круто, потому что так должно быть, потому что Серебро должно жить вечно, и так и будет. Мы сейчас много работаем над новым материалом для девчонок, уже без меня. Хотя, если честно, я не представляю, как это будет без меня, потому что я вообще не знаю. Мне кажется, я как будто начинаю все заново, и я не знаю, как это будет. Я очень волнуюсь. И я надеюсь, что вы поддержите и меня, и Серебро. Я очень вас люблю. Вы те, кто очень вдохновляет все то, что происходит. Я вас очень люблю. На самом деле, я даже не знаю, что говорить, потому что я вообще не знаю, как я буду без девчонок, без Серебра, без музыки, которые я пою каждый раз, и каждый раз ее люблю и проживаю заново. Каждый раз вспоминаю все чувства, которые испытывала, когда писала каждый свой текст. Пела первый раз каждую песню. Для меня это так много значит. И сегодня, хотя я не прощаюсь еще, но с 2019 года я начинаю работать одна, и это будет что-то новое, чего я еще не знаю. Но сегодня я люблю всем сердцем